Ну что, друзья, всем привет, рад вас снова видеть. Вы на канале имени Техника, с вами Роман. Сегодня сделаю такой релиз, коллеги. Будет очень крутое и интересное видео. Я вам расскажу, как нужно покупать мини-трактор, друзья. Не то, что я хвастаюсь этим, просто действительно я очень много этих моторов перебирал. Владею такой техникой уже 4 года. Конечно, есть блогеры и больше, и там владеют ими, но я действительно очень хорошо разбираюсь в этих двигателях, в мини-тракторах. Можно сказать, по виду я могу практически, друзья, определить, сколько там мощность, коллеги, честно сказать. И также, если даже там гравировки нету по размерам колец, поршней, все что угодно, я вам все это подскажу, расскажу в новом видео сегодня, которое выйдет, потому что я звонил в компанию Катман, где действительно это просто профессионалы своего дела, друзья. И они вас заставят купить даже мешок с соломой, а вы подумаете, что там слитки золота. Это действительно правда, друзья. Так что рекомендую вам не пропустить это видео, обязательно подпишитесь, поставьте колокольчик, друзья, нажмите и не пропустите этот ролик, вам он очень пригодится, особенно кто будет первый раз приобретать такую технику. Также, друзья, по предыдущему видео, которое у меня было на канале, которое называется «Как нас обманывают при покупке мини-трактора». Честно, я в шоке. Друзья, очень был приятно удивлен, когда через день отзвонил мне директор компании «Россвилл». Он был сам немного шокирован, так что говорит, это наша репутация. Мы обязательно исправим эти косяки. Я долго спрашивал, зачем вы так делаете? Он говорит, это не мы так делаем. У нас 150 дилеров. И говорит, когда техника может у них застаиваться, они клеят наклейки какие угодно, коллеги, по типу с любой мощностью, чтобы это продать. Он пообещал, что до середины апреля они этот нюанс обязательно исправят. Обзвонят всех дилеров до одного, предупредят их. И также, чтобы они обязательно вам сами часы пальцы не показывали, где эта маркировка, давали список, либо даже чуть ли ссылку не на мой канал, друзья, до того дошло уже. Но главное, чтобы они были честны с нами, как вода. Как говорится, это важно. Лучше, я вам скажу честно, не самый дешевый трактор, это быстрее всего будет, друзья, обман, вы должны понимать. Вот, так что, и также еще хотел сказать, через еще один день набрал директор Кентавр, тоже было приятно. Мы решили этот вопрос. Два директора пообещали мне, я не знаю, не всем, но мне пообещали, что исправят этот нюанс, друзья, потому что репутация им очень своя важна. Обзвонят всех дилеров и это все устранят. Как один подписчик писал, что может реально сами производители не знают этого, как бы, ну, я не знаю, но факт в том, что директора сказали, что действительно такие жалобы поступали к ним в организацию, коллеги, и они это все исправят. И чуть что, друзья, звоните им прямо туда в контору, компанию, обращайтесь, они вам подскажут сами. Так что после апреля будем надеяться, что действительно чистые, как воды, трактора пойдут на продажу без обмана лошадей. Так что я очень рад за своих коллег, собратьев, которые будут приобретать мини-технику в этих организациях. Друзья, все равно всегда проверяйте, и это ваши деньги. Так что сегодня выйдет еще ролик, как... Ну, я, наверное, так его назову, друзья, чтобы как профи покупает мини-трактор. Как его правильно узнать. И я вам скажу честно, Катман это самое, наверное, круто продает, которая технику, друзья. Потому что действительно разговор у них был у меня больше 20 минут, чтобы вы представляли. И все равно мне получилось их вывести на чистую воду. Благодаря одному человеку это все в ролике будет, друзья. Так что подпишитесь, поставьте колокольчик. Вечером выйдет видео, вам очень оно понравится. Были видеозвонки, как покупать мини-трактор, с чего надо начинать и на что обращать внимание. До скорых встреч, всем пока, рад был вас видеть, подписываемся, друзья.